Волонтеры из Александровска спасли жизнь ястребу. Хищную птицу с двойным переломом крыла сейчас готовят к отправке в столичный центр реабилитации. Проблема в том, что отвезти пернатого некому. Сотрудники мурманского приюта для бездомных животных надеются на помощь неравнодушных горожан. Привезли позавчера в Мурманск ветеринарную клинику государственную. Птице был сделан рентген. Вот установлено было, что два перелома. К сожалению, я уже не первый раз сталкиваюсь с травмированными птицами дикими, лесными, скажем так, не городскими. И мне кажется, что это печально очень, что в огромной Мурманской области, в областном центре нет ни одной клиники, которая занимается, могла бы оказывать помощь птицам. Скорее всего, что этот птиц был травмирован либо о провода, травмировал крыло, либо при ударе со стеклом автомобиля или большим стеклом в здании, которое он не заметил на большой скорости. И мне кажется, в таких случаях мы просто обязаны оказать помощь животному или птице. Доставить ястреба в Москву нужно как можно скорее. Птица нуждается во врачебной помощи. Из-за того, что один перелом крыла открытый, это грозит ей инфицированием раны. Волонтеры обращаются к жителям Мурманской и области, которые могут помочь в транспортировке животного в столицу. Подробную информацию можно узнать, позвонив по телефону руководителя Мурманского приюта для бездомных животных.